Всем здравствуйте. Здрасте. Вот идем. Его дочь выгуливаем. Да. Дочь мою выгуливаем. Анюта нервничает. Сейчас увидели знакомую там мою. Так. Она говорит: ой, копия, папка Иванова. А это все нервничает, что на нее ни один ребенок не похож. Дай попить. У нее нервы такие. Мне до слез обидно, блин. Как так-то? Да похоже. Что-то шапка заворачивается. Кем? Характером. Так что идем сходить в магазин. То все. Сейчас пойдем домой, покажем, что в зале. Анюта сегодня что-то готовить будет. Мельком тоже буду показывать, что там сготовим, сготовить. Надуло свои. Что так у вас у девок прикольно вот это? Губы надувать. Да ладно, не расстраивайся, все нормально будет. Четвертая на меня, да, будет кошка, где в тебе? Да. Были? Мальчишка. Как скажете. Весь тебя. Все, займемся. Нет. Этим делом. Скоро включимся. Минутка. У нас вовсю вон осень полным ходом. Ёптую. Напугала собака. Сильно Анюта переживает у нас. Ёпта. Какие псы здоровые. Идем домой. Что, придем? Что ты хочешь делать? Голени, крылья. Я ничего не хочу делать. Голени, крылья. Нет у меня настроения. Нет настроения. Уже ничего не будем делать. На этом наш влог подошел к концу. Всем приятного дня, хорошего вечера, хорошего утра. У кого что, короче. Все же разных поясов. Не переживайте, все будет хорошо. Вот так вот. Ладушки, где были у бабушки, такие дела, что такие угрюмые, настроения нет, походу нам дочь подкинули, вот так вот, ладно, хоть на меня похоже. В доме поменяли, там была на меня похожая. Да. Надо было ее забирать. Вот так вот, все, топчем. Потом мы поговорим. Деревья вон все лысые уже. Бобик идет. Хаски. Девочка. Сид. Стоя. Значит, точно девочка. Да? Что, девочки сят стоя? Девочки лапы не забирают. Ага, логично. Все. Везде хвоя, короче. Хвои немерено просто. Ладно, и шишки есть, так что летим, соколята. Принесли с магазина ацетиловая кислота, 15 яиц, сырок, горячие кружки, паприка, голени, крылышки, голени, какой-то вот такой вот майонез по-баварски, такой майонез. Панировка для золотистой курочки. Такую курочку хочет делать, я так понял, она. Анна. Ну и этот, как он. Мама-лама. Мама-лама. Лама-мама. А так все. Сейчас я понимаю, что скоро будем есть крылышки,
отбойный. А, еще купили булку белого, булку черного, чок белый, прям горячий. И 4 завитушки. Все. Ну, туалетная бумага. И все, в принципе. Вышли, кружок прогулялись. Подышали воздухом. Сейчас будем готовить и есть еду. Вот так вот. Сейчас еще ставлю вам кусочек вот сюда, как мы готовили, заказывали роллы, готовили. Заказные роллы покажу просто так быстренько, кусочек. Это там с того дня аж прям, с далекого прошлого. С пятницы там или с какого. То что смотрите, какие роллы у нас есть. Были. Уже нет. Ну и будем приступать к готовке. Смотрите. Вот. Соевый соус. Имбирек. И вот. Здесь у нас два сета. Один называется югорская чего-то там. Ну, типа наш город. А другой. Югорский. Кто? Хит? Югорский хит и Пионерская долина, что ли. Что-то вот этих очень много. И они, кстати, одинаковые. Кроме вот этих. Вот эти в подарок вроде идут за 200 с чем-то рублей. Что-то вот этих. Что-то этих одних и тех же очень. А вот перец, паприка и больше ничего. Крылы. А, соль, да. Какой перец? Без перца, короче. Паприка и соль просто. И все это, короче, стоит сейчас. Отмокает, отсыхает. Потом маринуется, да, Анютка говорит. Потом вот два таких, две пачки голени, ну и половину этих. И потом, я так понял, вот в этом будет все жариться. И в масле, да? Угу. Все. Ничего сложного, так что жди. Что, поспали часик? Два. Перезаписываю. Короче, сейчас наглядный пример покажу, как это все делается. В чем, да почем и зачем? Как? Или ты уже все закинула, да? Следующую партию вместе покажу. А пока уже закинутую покажу. Ага. Кляр. Ну все, вот так все. Мука, яйцо, панировка. Курочка. И все оказывается вот здесь. Вот так обволакивает в муке, в яичко и панировка сухарная. Ну что получается, крылышки какие. Тут уже что-то с рассолом напутано. Вот. Вкуснятина. Вот такие ножки получились. Очень вкусные, я уже пробовал. Крылья. И, кстати, что еще прошу заметить. Вот эта вот штучка. Майонез. С зернами горчицы майонез. Бля, он такой вкусный. Вот, просто бомба. Так все прожарилось. Просто пальчики оближешь. И кляр хороший. Очень хороший. Так что всем приятного аппетита. Мне сейчас показалось, как будто тут кто-то пробежал. Когда я поворачиваюсь. И думаю. Так что все.
Давайте, приятного аппетита. Всем удачки. Всего хорошего. Ничего особенного, ну, так как есть. Давайте. Обнял, ушел.